9 мая 1945 года Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Советского Союза поздравил советский народ с праздником Победы! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа! На Курской дуге в ходе операции «Багратион» и Кисловодской операции «Снятие Берлина». Предназначенная для войскового ремонта, обеспечивающая машину.